Авиация южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и боевой техники противника на Лисичанском, Солидаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Расчетом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поражен командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Предтечина. Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов противника в районе населенного пункта «Красная». В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена боевая машина пехоты националистов в районе Артемовска, самоходная гаубица «Гвоздика» в Константиновке, 122-мм артиллерийское орудие Д-30 в Максимилиановке и 152-мм буксируемая гаубица «МСТАБ» в районе поселка Острое.